Ветер без прогноза. Смайл пятнашка. Гидрофойл у нас. МДА на 80-й мачте. Идем кататься. Надо только хотеть, ждать, и все будет. Гидрофойл, конечно, выручает в самых безветренных и слабодувательных днях. Так что гидрофойл — это хорошо. МДА. Очень хорошо едет. В этом году на МД из новинок на гидрофойле стоит очень хорошая платформа, которая закрепляет ногу к доске. Так что позже покажу. Кайтлабовская планочка карбоновая. Уже не раз о ней говорил. Хорошо в руках ляпа лежит. После нее планки другие кажутся немножко грубоватыми и с большим диаметром. Там зарезочку на Леху. Сейчас, Лёх, дай пройду.
мало. Коротко немного о погоде. Сегодня 27 градусов, вода быстро прогревается. Лень было сегодня одевать трешечку и гидрокостюм, поэтому я в половинном 3-5 гидрокостюме. Ну, совсем не холодно. Девочки сегодня купались. Сейчас вернутся на запах. И я их тоже поснимаю. Нет, с воскресенья стоит прогноз на всю неделю. Будет качественный, хороший ветер. Так что у кого есть свободное время, приезжайте обучаться кайтсерфингу к нам на Ясинскую переправу. Ну и, конечно, кто катается, приезжайте, покатаемся вместе. Зарезочку. Мы и так, и вот так. Рыбаки выставляют свои удочки. Рассказали сегодня, что ловится камбала. Они здесь называют его глосиком. Сейчас разворотку. Да, ловится пеленгас, хорошо идет таранка. Вот на том месте, где у нас стоит металлические конструкции, отличный ловится бычок. Где-то через 2-3 дня будет там рыбаков немерено, потому что вода теплеет и бычок приходит нереститься, высаживать свою, выкладывать свою икру под камни, там его рыбаки удочками и собирают. Так что весна все-таки у нас была прохладная. Море хоть прогревалось быстро, но также быстро охлаждалось. Так что половим еще здесь рыбку. Берег. А что нам мешает выйти на тот берег, пройтись, посмотреть, что у нас там происходит в этом году? Девочки, по секрету расскажу, были там уже на сапах, но я не доезжал. Сейчас посмотрим. Главное не упереться на мель. Рыбаки сказали, здесь фазанов осенью немерено. Так. Стоять.
вот другой берег. Оттуда стартанули, здесь прокатились, выслали бережок. И здесь нетронутая у нас просто целина. Если поехать вот по той дорожке на машине, то чтобы приехать в эту точку, ну в эту точку, наверное, доехать сейчас сложно, если только на оборудованном внебодорожнике, будет порядка 170 километров. Поэтому вот в этом месте как раз и была раньше переправа. Почему? Ясенская переправа тем самым и называется. А так... О, нет, кто-то проезжал. На чем тут непонятно. А вот если это от машины. Да? Нет. Уже. Квадроцикл. Вот. Ну, дальше я туда не пойду. Там уже заросли, камыш. Надо все-таки в обуви. А я без тапочек. Прерии, можно сказать, находишься на Диком Западе. Не хватает ковбойской шапки. Дикий-дикий Запад. А девчонки на сапах так и не приедут. Что-то они где-то засели. Взяли с собой сачок, надеются поймать какую-нибудь рыбу. Ну, поглядим. Выход в море. Давайте вот немножко о конструкции. Вот то, что я вам рассказывал. Про вот, если видно. Оп. Не очень видно. Итак, конструкция MDA 21 год, Flapjack 80-я мачта и крыло. Крыло и стабилизатор ничем не отличается от предыдущей, но вот добротно сделанное крепление для мачты в разы, наверное, превосходит прошлые года. Ну, есть чему стремиться, так что хорошо, что наши российские компании, бренды, кто изготавливает гидрофойлы, с каждым годом улучшает свое качество. Так что МД не стоит на месте. Наверное, будут новинки в следующем году. Поехали дальше кататься. Итак, 15-й размер парафойла Paravis Smile 3. Облегченная версия. Тоненький, тонюсенькая растроповочка, которая многим не нравится. И, чтобы вы знали, при заказе новых парависов вы можете сами себе заказать толщину строп, какая вам больше нравится. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте, а то некоторые удивляются, что заказали, да не то. Так вот, смайл пятнашечка. Отлично. Сейчас. Море морское. Отлично ведет себя.
с гидрофойлом, как и ожидалось. Крутится он очень и очень. Старт пока у меня получился на нем где-то в 3,5-4 метра в секунду. Но это я, наверное, набрал вес за зиму. Поэтому будем дальше пробовать играться с настройками парафойла, улучшать ездовые качества наездника. Вот. Так, пересекаемся с другим кайтером. Алексей едет на нас. Да, да, да! Он смог! Так что, ожидаемые летные характеристики от Смайла для гидрофойла, как я предполагал. Как я предполагал, они были ожидаемы. Я просто вознагражден. Летает очень хорошо. И что самое интересное, заряжается. Сейчас скажу. Зарезается кайт очень хорошо на ветер. Так что очень, наверное, даже излишне хорошие ездовые качества для обыкновенного фрирайдного кайта. В большей степени, наверное, уже более гоночные характеристики для повседневного кайта. Но это только радует, что вот он вот на столечко может... Я прямо иду на ветер, уже можно сказать. Не знаю, не хватает на градусов 15-20. А вот слив. Да. Вот нормальная обыкновенная зарезка. Если понятно, вот. А теперь я ухожу на ветер. Алексей нормально режется, вот, вот стандартный курс. А мы уходим еще больше, еще выше. Так что вот, именно крайне, наверное, высокая зарезка кайта. Это вот сразу отличительная черта этого Смайла Number 3. Да? Причем, что в 15-м, что в 12-м, что в 10-м и 8-м размере. Очень хорошо он режется. Валится в бакштаг тоже неплохо. При... Вот, вот, вот. При, конечно, правильной настройке парафойла. Потому что некоторые не умеют настраивать, поэтому спрашивайте, тренируйтесь, смотрите видео по настройке кайтов. Не промок. Так, вот появились наши барышни на сапах. Говорит. Давай, давай. Сапсерфинг, сапсерфинг. Сидя уже катаетесь.
Время у нас сейчас 3 часа. В мае это самая жаркая пора, наверное. Народ сидит на пляже, загорает. Батарейка у меня сажается. На этом рассказ сегодняшнего дня я заканчиваю. Если что-то будет дополнение, подключу потом вторую батарею. Всем жаркий привет с Ясенкой переправы. Смотрите наши следующие видео. Thank you.